Всем привет, меня зовут Наталья, и я рада вас приветствовать на своем канале «Вкусно, просто, быстро». Сегодня я хочу предложить вам приготовить очень вкусный и нежный торт-пломбир. Торт готовится просто и быстро, без выпечки. Данное количество ингредиентов рассчитано для торта размером 16,5 на 16,5 см, высотой 6 см и весом 1,5 кг. Давайте приготовим. Для приготовления нам понадобится 410 граммов песочного печенья. Вы можете брать любое печенье, которое вы любите. Шоколадное, ванильное, со вкусом топленого молока или карамели. Я сегодня использую печенье со вкусом ванили. Выкладываем печенье в один ряд на тарелку и устанавливаем разъемную форму и ацетатную пленку. Приготовим крем. В кастрюле смешаем вместе 200 граммов или 10 столовых ложек десерта сахара и 60 граммов или 3 полные столовые ложки кукурузного крахмала. Кукурузный крахмал можно заменить пшеничной мукой. Добавляем 3 яйца. Перемешиваем до однородного состояния. Добавляем 600 граммов густого натурального йогурта. По желанию йогурт можно заменить сметаной. Также вместо йогурта можно использовать ряженку. Перемешиваем до однородного состояния и ставим вариться на плиту. Варим на умеренном огне, постоянно помешивая лопаткой. Когда масса начинает сгущаться, меняем лопатку на венчик. Доводим до кипения и делаем огонь минимальным. На маленьком огне провариваем массу в течение 1 минуты. Масса должна стать густой, как пудинг. Снимаем с огня и в горячую заварную основу сразу добавляем 20 граммов или 4 чайные ложки ванильного сахара. Перемешиваем. Добавляем 100 граммов сливочного масла. Для удобства я его нарезаю небольшими кусочками. Перемешиваем до однородного состояния. Крем готов, его остужать не надо, торт собираем с теплым кремом. Сформируем торт. Делим визуально крем на 4 части и выкладываем на печенье 1/4 часть крема. Крем равномерно разравниваем. На крем выкладываем в один ряд печенье. Печенье покрываем кремом. И так, чередуя печенье и крем, формируем весь торт. У меня на канале есть много разных рецептов тортов, приготовленных без выпечки. Также есть достаточно много рецептов вкусных тортов, приготовленных на сковороде. Ссылки на эти плейлисты я оставлю в описании под видео и в подсказках к видео. Переходите на них, смотрите, выбирайте понравившиеся вам рецепты. Последним слоем идет крем. Измельчим 4-5 штук печенья в крошку и посыпаем крошкой торт сверху. Убираем торт в холодильник, пропитаться и стабилизироваться на 5-6 часов. Я обычно убираю на ночь. Охлажденный торт освобождаем от формы ацетатной пленки. Нарезаем порционно и подаем к столу. Прекрасный торт для домашнего чаепития. Советую вам его приготовить. Если вам понравился рецепт, поделитесь этим видео с друзьями. Ставьте лайки, пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал, смотрите мои другие видео, мне будет очень приятно. Желаю вам приятного аппетита и отличного настроения.